Всем привет-привет! И сейчас мы с вами будем открывать это мартовский Glam Bag. Он еще запакованный весь. Только забрала с почты. Сейчас я его открою, и мы с вами посмотрим, что же там. Давайте открывать. Так, что у нас здесь? Здесь у нас гламур апрель 2019. Это даже пробнички, Виши, Ланком. О, вы посмотрите на это, все лежит в косметичке, и она такая классная. Смотрите, она приятная такая на ощупь. Конечно, там она не застегнется, столько всего там лежит. Такая, что у нас здесь? Glam Bag Russia. И здесь тоже классно. Розовенький такой цвет. Прям такой девчачий. Так, что у нас здесь? Это Гималаи живительный крем. Питательный крем, увлажнение в течение всего дня. Алоэ вера, витания. Что такое витания? Не знаю. Фокус. Витания. Что такое витания? Так, дальше это крем бархатные ручки. Формула усилена. Крем бархатные ручки. Формула усилена гиалуроном. Глубокое питание устраняет сухость. Насыщенная текстура. Интересно, попробуем. Дальше. Кафе мини, гель для душа, витамины для кожи, экстракты смородины и клюквы. Запах, наверное, будет обалденный. Смотрите, какая крышечка тут прикольная. Здорово. Так ничем не пахнет, открывать надо. О, обалдеть. Полная версия, полноразмерник. Глискур, восстановление волос, экспресс-кондиционер, безупречно длинный. Сыворотка кератина плюс экстракт цветка пиона. Такая штука. Для длинных волос, жирных у корней, сухих на кончиках. О, это как раз для моих. Ну, конечно, не длинных волос, но средней длины. Он беленького такого цвета. Попробуем. По аромату, что у нас? Сейчас попробуем. Ой, аромат очень приятный. Сладковатый такой. Дальше это что у нас? Ева Мозаик или Мозаик. Консилер, стик, тональный корректор. С витамином Е. Со светоотражающими частицами, без парабенов. Ух ты, эффект пудры. Вот я его еще не пробовала. Я, наверное, думаю, что все попробовали этот антипреспирант. Я его еще не пробовала. 48 часов с каолиновой пудрой, антибактериальный комплекс. Круто, попробуем. Дальше это Тресеме, новинка, Ботаник Детокс. С экстрактами кокоса и алоэ вера. Круто. Детокс шампунь. Вот как раз завтра утром я его и попробую. По аромату. Кокосиком вкусно пахнет. Так, что там? Ну, это что такое?
Это Metal Matte Divash Liquid Lipstick помада. Сейчас мы посмотрим. Ну, цвет хороший. Это жидкая губная помада. Посмотрите, какой цвет. Просто бомба. Она такая мягкая, она прям шелковистая. Он не кирпичный. Очень красивый цвет. Такая спелая вишня. Здорово. Так, что там еще? Все. Здесь у нас это Нинель. Мгновенный эффект, глубокое очищение пор носа. Эффективное и быстрое удаление черных точек для всех типов кожи. Очищающие полоски для носа. Три полоски. Круто. Попробуем. И вот что у нас здесь вроде есть. Да? Так, это гель для душа с витаминами для кожи. Очищающие полоски для носа. Это Дива жидкая помада для губ с матовым металлическим эффектом. Тональный корректор для лица. Эффект пудры Fresh антипреспирант спрей. Крем для рук, питательные бархатные ручки. Питательный крем от Himalaya. Блискур экспресс кондиционер безупречно длинные. И шампунь детокс Botanic Detox. Журнальчик Glamour. Классно, апрель. Beach Body в апреле. Подпишитесь с 18 апреля. Надо будет обязательно подписаться. Ну и, конечно, косметичка. Ну, косметичка просто шикарная. Так, я еще хочу посмотреть вот этот вот цвет. Ну, конечно, пришла моя Маруся. Куда же без нее? По цвету. По крайней мере, он не темный. Можно его приспособить. Вот такой вот он. Легкий аромат у него такой. Нормально. Под тональный крем будет вообще хорошо. Или под минеральку. Под тональный крем будет вообще хорошо. Здорово. Ну вот. Потом будем пробовать. Все, вам буду рассказывать. Все. На этом мы с вами все посмотрели. Шампунь завтра испробую и уже в следующих видео вам скажу. Ну и антипреспирант тоже. Все, всем спасибо. Пока-пока.